Всем привет. Это... Да. Грузимся. Группа поддержки подъехала. Грузимся. Ко мне домой. Грузим уже то, что она привезла. Это Маша вообще. Как ты все это поднимаешь? Вот, два мешка по 12 килограмм. И этот 12. Боже, и там он еще стоят пакеты. Добрый день, дорогие друзья. Мы на Киевском. Ждем гостей с подарками для приюта. Логотип на крыше. Наша первая гостья. Это не смех, это коврики. А коврик, да, там. Вот это может тоже пригодиться. Это ванную, но мало ли это. А там да все пригодится. Все, конечно, полотенце, постельное белье. Все чистое, влажное. Спасибо. Особенно глаженное важно. Спасибо вам большое. Ну, нужно это. А здесь, наверное, такие домашние мои, вот это. Да. Можно просто на фото. Давайте мы рядом. Ладно, ладно, ничего страшного. Нам же надо понимать, какие прекрасные люди помогают приюту. Поэтому не скромничай. Вот, еще все. Вот, все сразу подъехали. Отлично. Приходим и думаем, всегда полная машина, и мы никак не встретимся с хорошими людьми. Мы потом распределим. Вторую машину гоните. Ой, здравствуйте. Почему? Здравствуйте. Мы что-то постараемся. Наша Чита уже предели. На почин. Вкладывай. Мешочек. Последний. Отлично. Ой, 12:40. Еле-еле рассортировали с Машкой. Ну, в общем, полмашины еще свободны. А вот и Машка. Укладчик номер один. Подбросим еще нам покупала. Здравствуйте. Нет, вот это, правда, старенькая, а вот эти вот... Не, это просто тоже такая старенькая. А вот это прям новые, они такие плотные. Спасибо большое. Вон как у козленок, щука. Ну да. Ой, целого козла привезли. Отлично. Маш, ну придется надевать и ехать вместе. Да, я уже там. А что делать-то? Да. Спасибо, удачи, вам девочки, большое. Удачи, девочки. Я вот Чита у нас при деле. Чика при деле. Да. Да. Спасибо. Чика. Спасибо, и вам Чика. Спасибо. Ну и как я в футбейке? Видите, такие шубы? Прям хоть на подиум. Вот еще козленок. Натуральный козленок. Красота. Все вот с барского плеча приюту. Здравствуйте. Да. Лекарство это замечательно. Вот. Вы все кидайте вот да, прям так. Да. А мы сами все уже да, да, поставим. Мы погнали. Да. Спасибо вам большое. Первый раз. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Очень приятно. Первый, надеюсь, не последний. Нет. У меня собака с приюта. А у меня собачка. Здорово, с приюта. Здорово. А у меня найденыш котик. Так что... Спасибо вам большое за помощь. Приезжайте обязательно. Новые гости с посылками. Это пока только... Много корма? Я хочу купить что-то такое. Сухое и мокрое. Я просто не знаю, какой лучше. Чита. Чита, принимай. Принимай. Посылку. Спасибо вам, девочки, что занимаетесь. Ой, Маш, ну у тебя кресло вообще. Ну, королевна. Королевна. Да. Спасибо вам большое, спасибо за помощь. Спасибо вам, что занимаетесь. Приезжайте, еще приезжайте, наши ролики смотрите. А вы, я подписана. Да, да, спасибо большое вам. Здравствуйте. Ну это ладно, это... Ай-яй-яй, вот это мы попали. Да, тут много. Да так, нет. Это не сюда, вынимай, это не самое главное. Мы сейчас сначала... Сейчас пап... давайте мешки. Сейчас мы все сложим. Ой, надеюсь, разберемся. Или Машка поедет пешком. О, какую красоту привезли. Королевская кровать. Да, да. Машина полная. У вас, наверное, почти. Вдвоем.
А это нас посетила хозяйка Винсента, котика черного забирала. О, смотрите, какое у Машки сиденье теперь образовалось. Вот так будет ехать. А посылки все продолжают сыпаться. Спасибо. Маш, ну что? Сейчас давай оправдывай свое звание укладчик номер один. Давай. Ой, если еще пару человек приедут такими авоськами, то складывать будет некуда. Даже при нашем умении все укомплектовать, да. Плитка. Ничего. Новая. Мне Наташа Черновская сказала, только без сумки, девочки. Она сказала, что нужно. Спасибо вам большое. О, о чем вы говорите? А, там кофеточка и внизу для маленьких собачек. Это так. В общем, поводки какие-то. Это мне в благотворительном магазине, которому я помогаю, тоже это сложили. Что? Плитка, мне она сказала, хорошо. Пригодится. Лично. Здравствуйте. Здрасте. Нужно? Да нет. Надо подавать пример всем остальным, спасибо. Молодежи. Лекарства. Спасибо. Да, сейчас будем рассортировывать. Спасибо большое. Вот, смотрите, сколько уже тут. Никуда не влазит ничего. И держу вот еще три сумки. Да нет, мы сами, спасибо уже. До свидания. Вы сейчас будете смеяться, но целую упаковку лекарств вот вдоль сиденья засунула. Аминокатроновая кислота, и смекта, и этот энтерокурил. Ну, в общем, она привезла 3 пакета лекарств. Все нужные. И там взяла, вот Машка показывает. Очень-очень много. Спасибо большое, девочки. Очень нужно тоже этот баралгин быть. Латран. Латран, молодчина какая, да. Подходит наша встреча на Киевском к концу. Вот посмотрите, Машка сидит на троне. Заваленная козлами, салфетками, лекарством. О, нам даже гостинцы привезли в дорогу. Сухой паёк. А это мой трон. Мне тоже придется ехать на домике. Под ногами у меня еще что там, боковушки эти, две кроватки. Ну, здесь вообще красота. Вот красота, все завалено. Если дверь открыть, все выпадет. Медведя еще не знаю, куда положу. Ой, собаку. А вот так выглядит машина. Никакого тебе пространства для заднего зеркала. Если кто-то придет еще с какой-нибудь сумкой, не знаю, куда мы будем класть это. Все, привыкла. Может, себе оставишь? Я целый день на работе, когда ж. Наш Чипик уезжает домой. Сейчас мы ему подберем переноску по размеру. Наверное, для попугая подойдет. Вот крошечка наша едет домой. Мася моя. Он вообще невесомый. 600 грамм. Чиполлино едет домой. Типа, Масечка, Чипик такой красивый. Валя его в одеялко завернула новое. Все, едем к маме, Масечка.